этом склоне были обнаружены изуродованные тела 9 человек. Тела лежали в нескольких сотнях метров друг от друга. Теплая одежда, лыжи и личные вещи погибших в целости и сохранности обнаружили неподалеку, в палатке. Почему место гибели туристов считается проклятым? Гора, на склоне которой были найдены тела туристов, в переводе с языка манси называется «Гора мертвецов». По преданию, когда-то здесь на склоне погибли охотники. С тех пор эти места манси считали священными. Туристы невольно вторглись на запретную территорию и за это могли поплатиться жизнью. Да, с нами живой манси едет. В плен взяли. Слушай, что с перевалом Дятлова-то? Перевернулись, все. Где все? Что случилось-то? Мы его тоже не знаем. Поедем, разберемся. Согласно плану похода, группа должна была пройти через перевал у горы Мертвецов и 12 февраля дойти до конечной точки маршрута – поселка Вижай и отправить оттуда телеграмму в институтский спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. Но никакой телеграммы в институте не получили. Ни 12-го, ни позже. Гора Атартен, куда стремились дятловцы, буквально означает «не ходи туда». Поскольку фольклор и топонимика северных народов тесно связаны, то напрашивается логичный вопрос – случайно ли? Надел где-то по ошибке? Версия сценария в «Перевал Дятлова» 62. Это не повторяется. Схема была. Мы видели такое. Лёшик. Лёшик, тут кто-то есть. Ты видишь это?
сэкономить время и силы, ребята решили не спускаться к подножью. Вынужденная ночевка на открытом склоне прекрасно вписывалась в план Дятлова по преодолению максимально тяжелых условий выживания. Вот лес, тихо, спокойно, и трава. Там находились пусковые ракетные шахты. Блять! Цела?